Ремонт дороги в одном из населенных пунктов региона, а также благоустройство территории в Заволжском районе Твери. Такие вопросы волновали жителей, которые в пятницу 26 марта пришли на личный прием губернатору Игорю Рудене. Какие решения были приняты руководителем области, об этом в материале нашего корреспондента. Алексей Гричик учится в 10 классе, однако, несмотря на свой еще довольно юный возраст, молодой человек уже мыслит, что называется, по-государственному. Юноша разработал проект парка в Затверечье в районе Восточного моста. По мнению Алексея, эта территория давно нуждается в полноценном благоустройстве. Хотели бы, чтобы в результате там благоустроили полноценный парк для отдыха местного населения, так как жилой массив разрастается. А местным жителям негде проводить досуг, негде заниматься спортом, и мы хотели бы решить эту проблему. К созданию проекта юноша подошел, как говорится, со знанием дела, разработал план территории и даже провел соцопрос среди местного населения на тему того, что бы они хотели видеть в парке и какое название должна носить территория. Губернатор Тверской области идею Алексея Гричика поддержал, отметив, что это уже, по сути, готовое техническое задание. Мы с главой города сегодня же посмотрим. Полагаю, что нам надо будет еще раз встретиться. Возьмем проектировщиков, которые имеют опыт создания подобного рода парков. Как только зальет снег, чтобы мы смогли уже посмотреть с вами. Я думаю, это будет буквально до майских праздников. А вот жителям поселка Спирова о создании общественных зон отдыха пока думать не приходится. Они хотят, чтобы была приведена в порядок автомобильная дорога на одной из центральных улиц населенного пункта. Она носит имя героя Советского Союза Сергея Бровцева. Здесь расположен и дом, где жил заслуженный летчик-испытатель. Впрочем, пока облик улицы мало соответствует героической личности, именем которой она названа. Эта улица когда-то была асфальтирована, но сейчас дорожное полотно непригодно. По этой, это одна из центральных улиц поселка нашего. Улица в неудовлетворительном состоянии. По нашей улице проходит школьный маршрут, средняя школа номер 8. Выслушав обращение спировчанки, Игорь Рудене заявил, что ремонт дороги на улице Бровцева будет произведен уже в этом году. В частности, планируется замена дорожного покрытия, ремонт тротуаров, обустройство бордюров, нанесение дорожной разметки и установка знаков. Также необходимо предусмотреть обустройство пешеходных переходов, добавил глава региона.